Нужно делать сервис, все и так пойдут учиться. Но если посмотреть количество запросов на перевод на домашнее обучение, либо людей, которые там недоучиваются на высшем образовании, оно растет, потому что люди выбирают альтернативно из большего числа возможностей. Взять и, там, не знаю, научиться по роликам на Ютубе маникюру иногда проще, чем осваивать там, не знаю, профессию в течение 5 лет и получать, условно говоря, какие-то сопоставимые деньги. Поэтому это тоже нужно делать привлекательно. Это раз, а два, там нужно учиться делать сервис. Я думаю, в какой-то ближайшей перспективе все начнут смотреть в сторону удобства и комфорта, в том числе от освоения образовательного материала. В образовании глобально такого сервиса нет. Все приходят в школу и думают, что все, ну как бы вот да, я пришел, и я должен сюда ходить, потому что это так. Вот. А на самом деле бизнес-подход создания там вменяемого сервиса, клиента ориентированного, его супер важно перенимать.